И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же с модом Mononoke Genesis Reborn. И сегодня мы пойдем добывать хитин. В общем, прям конкретно сегодня будет рутинная работа. Ну, как сказать. И рутинная, и нет. Во-первых, пойдем добывать хитин. Как я уже сказал, сходим в пещеру, и не только. А во-вторых, пойдем притомим все-таки абсолютно всех диносов. Еще раз повторно. Я имею в виду те, которые добывают ресурсы. Это и голд киблы, это и дополнительные ресурсы с мода. И, естественно, светлячков тоже нужно будет притомить. Ну, а пока я все это дело рассказывал, я вам показал лифт. Просто думал, как его рассказать, но, как видите, я его показывал долго и счастливо, поэтому за этот момент я успел все дело рассказать, что вообще я планирую. Правый нижний угол, видите, нулевой этаж. Это вот этот первый, второй, третий и девятка, это всегда самый верхний этаж, то есть это, понимаешь, самый верх. Установил лифт для того, чтобы можно было забираться. Вот ту лестницу я решил, что я тоже заменю на лифт. У меня точно так же будет лифт, только уже будет по полуэтажам подниматься. То есть, если что, это дело нажимается на навлоке. Там внизу так и написано. Навлок. Типа используешь какую-то цифру, и ты на такой этаж поднимаешь. То есть, я абсолютно все вот эти вот лестницы заменю, и у меня точно так же будет лифт. В целом, очень даже сильно удобно. Единственное, что разница, сразу скажу, у SS, то есть у модовского лифта, подъем на 6000. У простого на 3000 было. Благо, он переделывается легко в верстачке. Да, сейчас еще кое-что покажу в плане того, что когда где. Так, здесь у меня появился кибл. Все отлично. Нужно будет еще томить. Вот они все киблы, то есть вот какие спавнятся, то есть все нормально. Вот этих троих мне за глаза запасом прям было бы даже одного достаточно. Но на первоначальном этапе чаще всего не хватает, ну а потом уже ты думаешь, куда же эти киблы девать. Вот, это что касаемо вот этого всего. Появился новый телепорт, кстати, да, вот установил генератор вот сюда. Вот, установил генератор, пропустил провода. И установил розеточки, то есть розетка там, и что-то все питается, причем все питается даже на верхнем этаже, то есть если вот сюда подняться, то вот, все точно так же питается. Ну, они примерно ставят плюс-минус над этими, над розетками, но все равно питается и хорошо, посмотрим. Самый основной вопрос будет вот примерно вот в этом месте, ой-ой-ой. Вот в этом месте я поставлю лампу, она будет загораться или нет. Ну, если что, провод вверх и точно так же протяну, то есть с этим проблем нету. Больше ничего не улучшал, визуального времени не было, кроме вот этой ловушки. Я проверил, реально, когда ты хватаешь аргентависом и телепортируешься на телепорт, то живка остается в лапах. Только единственное, что она падает. То есть либо падает под землю, на этаж ниже, либо остается на этом же этаже. Поэтому я здесь поставил вот такую площадочку, то есть один на один. Сейчас переключу камеру. Это высота 12, то есть она падает вниз. Если будет большой динос, то он меня точно не достанет, как на четверке. И отсюда сейчас дриснуть легко. Это простые воротины, бигматины, воротины. Ой-ой-ой, полетел! Не открылось. Простые бегемоты, ворота-бегемоты. Единственное, что здесь огромные укрепленные ворота, то есть не автоматические поставил, здесь стоят автоматическое. То есть подхожу, открывается, все остальные не открываются. То есть я захожу, закрываю ее, все. И это буферка. Потом открываю, и здесь у меня находится один из которого нужно притомить. Сегодня я надеюсь, что получится ее опробовать, если все-таки она сработает так, как сработает. Потратил на нее, конечно, времени с полчасика, но просто из-за того, что я перфекционист дебильный, ну, не до перфекционист, я бы так сказал, и пытался все делать красиво. Вот, поэтому времени немножечко на нее потратил. А так, ну, не сработает и не сработает.
Дальше. Посмотрел, ну, нашел, во-первых, сайт с Unlucky Guinness Reborn, Artgrade, что-то там вот это вот все называется. И немножко помогает. Немножко помогает в том плане, что кем добывать хитин, подумал я. Он же, ну, в список вел, и это... кто там лучше всего добывает хитин. И такой, блин, реально, Мегатери. Мегатери, он офигенно добывает хитин. И он имеет агрессию против насекомых. Думаю, ну вот же то, что нужно. Ага, альфа-мегатери. Альфа-мегатери. Я понимаю, что мегатери-то здесь нету. Захожу на сайт. Реально, мегатери нету. Альфа-мегатери почему-то не сделали. Возможно, из-за того, что он будет очень читерный со своим мега-уроном. Еще и в альфа-стадии. Следующий альфа Сабертус. Ну, он почему-то называется альфа Сабертус Тайгер, но бог с ним. Но не находится вот на этих островах. И тут у меня задумался, а если он дерьмово добывает, альфа добывает дерьмовые ресурсы? Возможно. Тогда план Б это Мегатери. То есть в первую очередь мы сначала притомим альфа Сабертуса, потом обычного Мегатери, то есть затестим урон, точнее добычу хитина им. Потом Мегатерия притомим какого-нибудь хорошенького, желательно 300-го, и будем уже смотреть, что, когда, где. Не факт, что, кстати, обязательно на 300-й левел. Посмотрим по урону. Вот сейчас я сделаю красиво. Посмотрим по урону у них. Ладно, ну, к этому вернемся, обязательно буду томить их. Golden Dodo, Alpha Dodo, Elite Dodo, Zombie Dodo мне вроде бы не нужно, хитин же, да, хотя тоже нужно, пускай будет. Тоже притомить бы их и тоже притащить. Да, альфа великие у меня еще до сих пор в списке есть. Ну и вот его монитор с периодичностью может появиться. Кстати, на сайте написано, что его можно притомить с помощью оглушения добавили. Не знаю когда, но в общем это хорошо. Вот примерно такие вот события произошли за кадром. Сейчас что? А, кстати, если фальпача прокачивать... Я до сих пор бочку с пивом не поставил. Вот дебил. Для супчиков на ускорение. Вот что надо сделать за кадром обязательно. Там делов-то на 3 копейки. Сейчас и сделаю. Ну и все. Пускай делается. Трубы-то выведены у меня. Ха. Так, ладно. Немножко отвлекся. Тоже, как говорится, нужная штука. В итоге. Сначала, наверное, пойдем до Саблезуба. Все-таки сгоняем. В первую очередь. Сгоняем, наверное, сначала вот так, пешочком. Так, я починен. Если что, все у меня есть. И, что самое главное, будем надеяться, что его можно будет, если в что, правильно, захватить лапками. Лапками Аргентависа. Кстати, все койку надо загонять. Я до прошлой серии ничего не лутал. И у нас здесь древесный сок. О, огонь, огнище, огниво. Косарёчек, это хорошо. Так, и в зимку. Можно, конечно, на красную, но зимку побезопаснее немножечко телепортироваться. Ой, микрофон, да. Не закинул предмет, который его призовет. Ну ладно, фигня. В первую очередь мне все равно нужно проверить Сабертуса, что он там, как он там вообще, томится, не томится. И знаете, что я сделал? Протупил. Я его не отметил. Твою мать! Как это бесит. Когда он так пружинит от них. Добрый вечер. А может как-то это, поспокойнее себя вести. Спасибо. Агрится, не агрится. Отлично, не агрится. Он должен находиться. Естественно, максималочка. Ты смотри-ка, я почти даже угадал. Так, очень много виверночек тут. Ой, добрый вечер. А, это Додо Виверна. Стущий, да, давай вот это. А, о, красава.
Такс. О, даже сырая баранина для него типа кайфовее. Отлично. Так. А теперь давай проверять мою теорию. Сработает ли ловушка или нет? Да, я бы мог бы вызвать его, но я дебил, я... В инвентаре, главное, все лежит, а в него я так и не закинул. Ну, забылся про это дело. Хопа! Отлично. Не, давай все-таки хпшечку. Хпшечка пригодится. Так, теперь... Так, не, давай-ка поднимемся повыше, на всякий случай, чтобы он никого точно не зацепил. Надо место для телепортации, комната для телепортации... Да, там у меня альфа-стека ходит, козел, бесит меня он. Так. Last remote location. Щоб, если это проканает, то я вам так скажу. Я дебил, который... Ах ты... Какого хрена? Сколько тысяч хп? Подожди, то есть обычный спина? Сейчас разобрал альфа с... саблезуба. Чё, мать вашу? О, лесная верно. Во-первых, 560 хп? А, он еще и не томибельный. О, тут еще и мод запрещает спину томить, ну нифига себе. Ой-ой-ой-ой, конечно, это да, это, конечно, чутка не ожидал я такого подставы. Ладно, нового по списку, но лучше проверим. Жо, ну погнали. Благо, левел тоже не сильно-то разница, главное, чтобы, чё, правильно, меня не мочканули. О-о-о-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Хопана, схватил, не схватил. Ну вот куда ты падаешь, дебил? А ёпс туда. Ну ты тварь! Да ёп! Ну ты урод! О! Prime Cyber 2 Stiger! Ёпс туда! Твою мать! Ты меня не беси! Ну-ка, в лапы ловись! Да ходит он туда-сюда, поворачивает. Так, не давай все-таки поярче делаем. Что-то здесь локация темноватая. Чего, король жнец? Не, спасибо, спасибо, не надо. Вот кто тут, где тут король жнец? Это подожди, 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 подожди! Да подожди, ты дебил! Ой, ёб твою же за ногу! Лососни тунца! Прости, Аргентавис, сорян, братан, ну, прости, прости, прости. Я такое там увидел просто. Кайф. И это охрененно. Вот этот, короче, чувак замочил. Дед. Ну, спасибо, блин. Хамуха. В общем, вот этот чувак замочил. Отлично. Короче, по-простому говоря, когда ты убиваешь гик и так далее, с них дропаются яйца, как я понимаю. В этом моде так. И только так ты можешь вывести и альфа-чей и так далее. То есть они простые. То есть спина, гиги, рексы. Еще вроде кто там. Они томятся только так. То есть они просто так нетомибельные. Вот что я вспомнил. И ты посмотри, какой левел. 285. Это, конечно, бляха-муха. Ладно. А, так это ты его замочил, что ли? Ладно, что не жалко. Ладно, хпшечку тебе. Так, у нас последний... У нас последний этот... Кошак остался. Ну-ка, давай посмотрим. Вот, и далее... Нетомибельный, он нетомибельный они. И рексы они нетомибельные. Не, ну ладно, прайм-то тем более нетомибельный.
Вот из-за... Ну, теперь я понял, почему спина не та мебельный. Да, похолодело. Сайбертусик тоже. Твою мать! Чё, ёпа, твою ж за ногу! Ты чё тут такой нахрен? Алло! Это ты что? Проми! Мегадедурекс! Ёп! Пришёл за кошаком, называется! Да вообще он хотя бы поднимается-то! Додорекс. Додорекс, Додорекс. Ёп твою ж за ногу, это что такое было? Это Мукан тыхануло. Да я вообще его поднять-то могу хотя бы. У меня такое ощущение, что я его поднять не могу. Но... Твою мать! Ты куда с... Ты небезопасно! Я боюсь, что Дрекс меня шоу... Хотя он 45-й левел всего лишь. Да пошел ты! Пошел ты! Кровотечение мне нанес замедление, урод! Да Дрекс, давай вот без этого! Без лишних движений... Был кошак, и нет кошака. Сдохнет он здесь и сейчас. Или ну ладно. А, ну все, он там. Мегатерий. Он хитин добывает хорошо, у него там защита, все дела, вот это вот и все, короче. Но. У меня теперь есть яичко Гиги. Так что не зря гонял. Сюда. Ладно, до дома. Ой-вей. Это прям было жестко. Жестко обломно, я бы так сказал. И что, Альфа, кошак? Добывает лучше или не лучше Мегатерия, хитин. Как бы я этого не хотел. Кстати, а вот этот, который... 280. Ну, этот вообще он мелкий, походу, дело. 210, да. Ну, слушай, вот этого надо посмотреть, который около базы. Что у него там по этому. Но для начала надо яичко положить. Хорошее местечко. Холодильником называется. Да, сходил за альфачом, нашел гигу. Тоже вариант. У меня теперь два оплодотворенных яйца. Это гиги и скального дрейка. Скальный дрейк яйцо спер, когда меня... А, это, конечно, был на видосе, да. Когда меня пытались отпиздить. По-другому не скажешь. Эта тварь меня хотела убить. Но в итоге получилось только отпиздить. Максимум. Я сбежал. Потому что он меня убил бы. Так, мне не нравится этот пол... Твою мать, ты серьезно? Ты как здесь оказался? Я же говорю, ну, только хотел сказать, мне не нравится эта полоска ХП. Рядом. О, как он здесь? Как он здесь заспавнился? У меня здесь 11 спавнится иногда. Ох, мать твою. Мишанька! Миша! Мишенька! Мишенька, спасай! Спасай, Мишенька! Пиздюлятор раздавать надо! Пиздюлятор! Пошел ты, урод! Мать твою! Я специально к стенке сейчас уперся, чтобы проверить, урон по строению будет наноситься или нет. Мне вот это вот интересно. На тебе лапой! На тебе лапой! Лапой! 27! Понял, я тебе лап... с лапы 27, начали леща, козел. Так, вам плохо видно, да? Вот, я ему сейчас леща пораздам. Ух, прям леща. Ладно, это слишком громко кликается. У меня есть кнопочка, которая делает клик-клик-клик-клик-клик-клик левой клавишей мышки. Ее нажимаешь, и не слышно вот эти клики дебильные. Блин, я только в красивую камеру приключил. Мать твою! Шара, я
Я по клавишам промахнулся просто. Сорян. Это было тупо. Это было очень тупо. Я реально по клавишам промахнулся. Я такой, твою мать, что там? Альфа. Трицератопс, господи. Ой-вей. Ой-вей. 11-ансентхитин, понимаешь? То есть мне... Мне его создавать дешевле. Ладно. И, кстати, там еще, типа, пишут, для чего Альфа, Прайм, Динс нужны? Ну, открывать, типа, эти энграммы и для прокачки. Заметили, чтобы у меня как-то медведь прокачался? Вот и я не заметил. В общем, прокачка здесь не... А, ну и там написано, типа, хороший, это, типа, способ добыть черный жемчуг. Вот это я заметил. Черный жемчуг, да. А это хорошо добывается. Какой-то дебильный порожек, надо что-то переделать. Там это, постоянно застреваю в нем. Так, ладно. Мегатерий. Сейчас он нас пойдет томиться. Надо разгрузиться сначала. Фу, у меня такое ощущение, что он в текстурку заспавнился. Но там же места никакого нет. Ой. Ну там он реально в текстурку заспавнился. Просто он может с текстуры вылезти на мою базу. Дебил. Ладно. Погнали, посмотрим мегатерика, который здесь у нас здесь. Вот прям вот здесь и сейчас. Да, в этой пещере жить один минус. Она очень темная. То есть вот день, а там темно. То есть там нужно прям хорошее освещение делать, и тогда все хорошо. Будет. Теоретически. Практически все равно, как видите, нам нужно свет включать. Мегатери. Епт. Да, после того острова тут как-то безопасненько, тихо, спокойно. Прям по-свойски все. Родное, я бы так сказал. Особенно, когда ты летаешь и никого в упор не видишь. Так. Давай смотреть, что у тебя здесь. Урон. 310%. Он же 42. А, ну, по сути, тебе основной это и нужен урон, да? Запомним, каким он был. А, 42. А теперь погнали искать. Живой мегатери у нас 300 левел есть. Давай даже топахнемся в секвойку. Так будет быстрее. Ну, сократим немножко расстояние. Вот. 4800 километров до него. И оп. 1,5 километра. Оп. Протелепортировались. Так. Я волнами летаю для того, чтобы он ускорялся быстрее. Если вы не знали, то вот так он летит. То есть ускоряется. Я поднимаюсь. И он так вот... Не теряют ускорение. Но если я всегда буду лететь с определенным подъемом, он будет тормозиться потихонечку. Ну, вы поняли. Что это за мантикорка? Госмантикор! Вот это прикол! Седлом томится. Я точно не хочу к ней подходить. Там просто буду ваншотный. Оп, твою ж за ногу, чё ж в упор-то так сразу? Ёп, это чё? Ты хорош пугай. Так, он на меня бежит, да? Он же на меня бежит. Так. А, это 170-й. Ну на тебя-то мне насрать. Так, давай мы тебя, опа, сюда пригоним. Так. Деликурус, мне пофигу. Вот он. 44, ну он, да, помощнее. А там что у нас? Ну, оно того не стоит, чтобы за этим туда бежать. Так, 300 левел. Хорошо. Берем. Альфа Арагентавису. Теперь филигранно. Так, погоди, у меня тут другие же есть. 36. 36, ну слушай, это
Вроде самый босявый. Филигранно. Хватаем его за жопу. Главное, чтобы он хватался. Медведя он хватает, если что. Я своего медведя перетаскиваю. О, отлично, схватился. Тормозим его с помощью специальной кнопки. Аргентавис, терпи. Да какой дом? А Милка на базе. Ах ты, тварь! Так. Значит, делаем что? Он ударяет, я телепортируюсь. Вот так. Ну, ах ты, тварь! Не расчет. Какая я в жопу секвоя? А, ну хотя я могу сделать по-другому. Там Милка на базе. Пяу! Он тоже этого явно не ожидал. Привет. О, яркость врубил. Он тоже такого явно не ожидал. Ну, это... Черт побери, работает. Этот черт побери, работает, это клево. Так, погоди-ка. Мне не дает покоя вот та скотина все-таки. Он там где у нас? Прям конкретно под текстуру? А, он конкретно прям под текстуры, и он из-за скалы, из-за сюда не залезет. Отлично. Меня это радует. О, пра-па-па-па-па-па. Че у него там по томлению? Так. Томилка на базе. Угу. Скала работает. Я проверял. Перед тем, как это все дело строить, я построил этот... точнее, телепортировал кенгуру. И этого... Так, вот здесь нужно что-то придумать. А, не, ничего не надо. Все, отлично. Я построил этот... точнее, телепортнул Анкилу. Она сквозь текстуру упала на этаж внизу. Я домой был. Телепортировался. Поэтому я знаю, что она может через это упасть в легкую. Ну, живка, я имею в виду. И потом кенгуру телепортировал. То есть, как бы, все нормально. Они... Папочки. Вот она. Так. Через КИО. И отлично корм. Я так и думал. Подождем. А выспится хоть чувак. Ну чего? Он, бедолага, уже сколько дней не спит. А че я туплю? Я же специально для утомления дилкой делал же вот эту штуку. Так. Выпустить кракена. Твою мать! Я подумал, что он не дотомился. Помянем. Он был хорошим воином. Не, ну я-то так могу, легко. Не, ну красава. Могёт. Атакует. Прям не поспоришь. Красава. Качанный на урон. Все дела. Где там у нас самый максимальный? О, это еще и юный. Слушай, а он же может еще теоретически типа вырасти. Если я успею его покормить, да? И у него какая-то привязка появится. Интересно. Интересно. Посмотрим. Снова секвоем. И ищем. Кстати, у него 41 урон. Он даже это, босявенький. Так. Даже поймать не могу нормально. Давай я тебя спасу. Спасателем мне бубляха-муха. Отлично. Самый главный плюс в чем? Он бить не будет. Он бить не будет. Так, ну и тебя, короче, валить с помощью ружья без вариантов. Вот. Опа. И все. Дурак, вернись. Я дверь забыл закрыть там. В буферку дверь забыл в буферку закрыть. Ой-вей. Так, ладно.
Тебя мы закидываем обратно. Ты, конечно, красавчик. Но тобой только альфачей томить. Ты их не убьешь хотя бы. Ой-ой-ой-ой-ой. Обычных томить, конечно, это да, тобой. Еще то веселье. Так, мне нужно что сделать? Мне нужно сделать потолочек там. С люком. Точнее, с фреймом для люка. И также сделаем металлический. Металлический. Это не стена. Мне нужно вот это вот. Хлобысь. И все. И вот теперь. Сейчас ты пыхнешь все туда. И все будет хорошо. Ну что поделаешь? Вот и такое бывает. Только единственное, что нужно бы это. Закрыть его. Вот, томилка на базе. Уии! Проведем вот сюда. Так. Сейчас сделаем по-другому. Он точно сейчас убежит. Да не тут, да, мать твою, дверь закройся. Ну кто же думал, что вот так вот он может быть вообще. Все, закрывайся. Что-то вообще я сам себе какие-то сложности устраиваю. Там мелко на базе. Сколько я рад сегодня туда тпхнулся уже. Бляха-муха, если бы не телепорт, я вообще бы не знаю, что делал бы. Так. 13 тысяч хп. Ну, естественно, я бы его завалил бы. А, не, все нормально, Кейо. Торпор просто не сразу стал накидываться. Чё это я там такое нанес? Вы голодны. Спасибо, я голоден. Наверное, в голову он попал. Ну, сорян, чувак. Ты слишком суетной. Отлично. Так. Теперь мне что нужно сделать? Теперь мне нужно отличный корм взять. На всякий случай. Отличный корм. Тайминг Поушен у меня тут так лежит постоянно. Вот, чтобы я его случайно не забыл. У меня там постоянно лежит, поэтому... Да ё-моё. Так, отличный корм. О, отлично. У меня как раз есть такие, которые можно растакать немножечко. Ну, вот это возьмем на всякий случай. Все, бежим томить. Томить, бежим томить. Твою же с эти двери, я вечно в них упираюсь так, что она меня отталкивает. Я пролез. Тык, тык. Вот так и вот так. Два. Три. И четыре. Отлично. Отличненько. Чё у тебя там с ростом? Скоро вырастешь уже, да? Ну, тоже нормас. Тоже как бы нормас пойдет. Так, чувак, пошли. Пошли за мной! Ну, просто 8 минут, явно за 8 минут он... А, нет! Заклин 72%. Слушай, а может и успеется. Ладно, пока стой здесь. Посмотрим. Может, что-то и успеется. А пока нужно сделать седло на Мегатерия. Подождем, пока вырастет. Апгрейднуному седло. Потому что могу. Закончилась цементная паста. Там сейчас требуется, короче, 1200 цементной пасты для апгрейда. Она немножко закончилась. Вот такая проблемка у нее. Ну, слушай, реально есть шанс, что я... Уделю внимание питомцу.
и немножечко усилил его, что очень довольно-таки неплохо, на халяву, я бы так сказал. Немножечко повозившись, если что, юнца и малого вообще легче томить. Ну, вы сами видели, то есть он, его хватаешь, он не бьет, вообще заморочек намного меньше. И еще и бонусы получаешь потом. Единственное, что да, выращивать нужно, но у меня риты на скорость, поэтому почему бы и нет. Немножечко подождать, заморочиться, но зато если он будет более усиленный, то почему бы и нет. В любом случае он будет более усиленный, чем тот 300-й, который пал смертью храбрых и тестировщиков моей ловушки. Вот чуть-чуть не хватит. Я сейчас засек, 1% это 15 секунд. Примерно. Вроде бы. Или 20 секунд. Ну, в общем, не важно, все равно не хватит. И за 5% за 1.5 минуты точно прокнет. Ну ладно, что поделаешь. И такое бывает. Сейчас, смотри, какой огромный стал, да? Вот прям растет и растет. А так вот ты бы всегда был бы юнцом. А? Была бы. Вот, а так, о, уже махина какая. Жаль. Ну, 3% за минуту точно прокнет. Жаль. Вот буквально чуть-чуть не хватит. Ну, что поделаешь? Всяко лучше, чем мертвый мегатерий 300-го левла. Так, мегатерий вырос. Выросла. И... ну там что-то не успел. Я на всякий случай присвистел и побегал по кругу. Но вдруг все-таки. Не, не судьба. Ну а что поделаешь? В любом случае, массивная машина для убийства готова. Так, единственное что. Сейчас нужно, во-первых, сделать вот так. И урон. Так. У тебя доп. Урон по насекомым, да? Так что мы, естественно, сразу же бежим в пещерку. Я знаю, где эта пещерка находится. Это от синего обелиска. Она находится. Так что там примерно... Хотя что, давайте я в дом лучше законю. На всякий случай, вдруг мало ли кто тут заспавнится. Какой козел тут заспавнится. У меня тут мегатерик такой стоит. Маленький еще. Маленький. Маленькая. Да. Так. Отсвистываем тебя. Тебя атаковала цель, все отлично. Бежим, телепортируемся к синему обелиску. По координатам больше на вот это смахивает. Пролететь и... уи! Бе, босяк ходит. Ой, там почти помирающий. Вот примерно сюда занырнуть надо. Здесь я точно знаю, что пышерком. Мегатерик. И поплыли потихонечку, полегонечку. Именно так надвигается смерть. Вон они, не все. Козли, ортоплевры, вот эти вот всякие, вот это вот все, короче, насекомые. Давай смотреть, что там, как это по хитину сейчас будет. Ой, помню, сюда на плоту как-то заплывал. Первый раз. Я когда на плоту плавал, ё-моё, такой кайф, я вот это вот сюда такой, да ну нафиг, здесь столько всякого говна, мне страшно, я не пошел сюда, короче, первый раз. Кое-как потом назад выплыл. Так. Мочи, козлов! Да, урон пока что у тебя не очень, я тебе так скажу. Ну чё, сейчас исправим. Твою скок хитина! Это то, что она в воде, поэтому так тупит. Я только за. А можно вы все в воде будете тогда? Или в целом они здесь тупят в этой пещере? Отлично. Да, урон, конечно, у тебя не ахти. Тут не поспоришь.
О, из-под текстур повылазили, уроды. Ща... Шумно, наверное, вам. Вот это, да? Я думаю, что все-таки шумно. Но... А что поделаешь? Пум-пум-пум-пум-пум. Это элитный воин. 4, мать его, тысяч. Вот это я понимаю, красава. Да, конечно, все-таки интересно, сколько бы Альфа Сайбертус бы добыл. Но мы это уже никогда не узнаем. Так, вот так точно пригодится, на всякий случай. Погнали мочить уродов. И тронула земля. О, да. Она почуяла кровь насекомых. Вот он усиленный урон, наконец-то. Лично. Ну, потому что все-таки артоплевер, походу, не считается насекомым. Да. Не знаю, что это такое. Ну-ка. О! Нифига, клево. А я не знал. Это на правую кнопку мыши у меня было. Так-то. На нафиг всех. На нафиг всех. Красава. Так, погоди. Нет времени отвлекаться. Вот это я понимаю, добыча хитина. Ух, красава. Сразу же всякий хлам надо скидывать, чтобы это, инвентарь мне не хламило. Ты, сколько хитина? Сколько хп? Ну, тут вообще красава. Давай, тебе до полтосика хпшечка. Эх, почти, но тоже хорошо. Слушай, я уже кайфую. Вот тебе и простой мегатерик. Так, а это там убийца насекомых. Да. На 2 минуты. То есть обновляется при атаке насекомого. Тихо. Что такое? Угу. Да, они в воде просто тупят. Конкретно это хорошо. Это хорошо. Хитина добуду, тьма тьмуша. А знаете, что еще я добуду? Одновременно с этим. Не мясо. Цементной пастой. Я именно за этим бегу. Цементной пасты у меня просто категорически не хватает. Ну, я бы и седло бы капнул побольше, если бы она была бы. А вот, теперь косава. Ед где-то на бок. Кстати, а почему бы нет? Пригодится. Где? Так вот же оно в тебя. Отлично. Так. Это не является насекомым. Ну-ка, ты. А ты являешься... Так, скоробей и паук является насекомым. Он бустит меня на урон. Отлично. Запомним, надеюсь. Так, погоди-ка. О, да, могу. Ну-ка, падай. Ты будешь на меня потом сверху падать. Шесть пятьсот! Мочи! Кстати, вот из-за этого, если что, лагает. То есть, когда вы пробегаете вот в этом месте, ну, помните, в прошлой серии, да, где я бегал? Если вас начинает тормозить, знаете, тормозит вот из-за вот этой кучи. Кстати, вот так, допустим, 20 FPS. Вырубаем это, трубу. 29. О, а сейчас назад вернулся. А, если что, труба, она тоже вызывает вот эти вот это. То есть, когда она пытается прогрузить всех, то у нее тоже вот это вот это, она вызывает отсутствие FPS-ов, назовем это так. Так, погоди. На нафиг. Вот это я понимаю, Мочилова.
Да, после того, как я первый раз здесь пробежался, смог выжить, и все в таком духе, я кайфую с этой пещеры. В том плане, что нигде больше я такого количества насекомых не встречал, ну, по крайней мере, я уже не помню. Вот здесь прям реально, вот, насекомых, так насекомых. Нет, ну ладно, этого у меня говна и так полно уже. Кайф неимоверный. Единственное, что да, вот я когда их ударяю, то я получаю тоже урон. Ну, что поделаешь? Кстати, вот то, что они в меня пуляют, я... Бронька... Не, не ломается. Хорошо. А седло имеет бесконечную броньку, ну, прочность точнее, так что все, огонь. Здесь можно добыть кристаллы, можно добыть металл, то есть тоже как бы нормальная пещерка. Если бы не считать вот такое баганное количество пауков, ортоплевр и так далее. То есть пещерка-то она прикольная, но количество здесь точно баганное. Это прям к гадалке не ходи. Потому что, ну, слишком перебор. И причем они спавнятся порой в таком количестве, что они начинают спавниться сверху. Ну, вы видели тоже как бы в прошлой серии. Они начинают спавниться просто... Ну, вон, видали сколько? Да, первый раз, когда я здесь тусил, ох, как меня тут лагало, ёб твою ж за ногу. У меня чуть ли игра не вылетала от того количества, сколько это. Но тогда у меня и видеокарта была, если не ошибаюсь, GT 220. Не, GTX GT 220. 1 гигов. Ну, сами понимаете, что там было. Кошмар. А сейчас вроде по 4070 GTX RTX. Ну, понял. Я же перебором взял. Мне вообще под мою систему нужно было брать 3090, 3080 серию. Но, я подумал, какая разница. Она получается... Ценник такой же. А, плюс чуть-чуть побольше. Конечно, да, у меня перебор по этому... У меня процессор не такой мощный, какой нужен для такой видеокарты. Но зато видеокарта никогда не напрягается. И процессор, кстати, у меня не напрягается на 100% никогда. После того, как я два майнера удалил, один майнер был на процессор, другой майнер был на видеокарту. И узнал я это только после того, как я установил видеокарту 4070. И, так, и у меня игры стали лагать еще сильнее. Вот после этого я узнал, что у меня на компе два майнера, и вообще старая видюха тоже была нормальная. На 10... О, 1660 вроде бы. Или 1650 она у меня была. Ну, короче, как-то так. Так что следите за майнерами на своем компе. Их еще реально... Прям реально вручную можно удалить, если знать, в какой папке они сидят. Даже если они используют администрацию и так далее, то есть скрытые, то есть все в таком духе, их можно удалить. Подожди, сейчас 16 тысяч хитина набил? За один заход. Мне даже теперь интересно. Так, подожди-ка. Апача. Апача. Лично. Мне сейчас интересно, просто сколько это. Сколько в целом у меня там хитина? Стаков. Я уже думаю, что у меня там уже стаков. Ну, я сейчас туда сначала влечу. Пещера очень сильно баганная. Прям очень сильно баганная. Но не должно быть столько количества этих. А, кстати. Вылетала у меня игра, когда я играл на центре. Не в этой пещере. В этой пещере у меня лагало, вроде бы. Хотя, может, и вылетало, уже не помню. У меня вылетало, когда я в подземную пещеру залез. Вот там добрый вечер. Вот там-то было, да. Я просто залетаю и понимаю, это я играл на локалке.
Я туда залетаю и понимаю, что там диносов такое количество, что просто... Мама, не горюй. Сколько сумочек валяется, а? Зато теперь ФПСов уже плюс пятак сверху пока что. Пока что только плюс пятак. Но все еще впереди. Кстати, да, там самое что смешное, здесь можно зачищать пещеру так долго, что у тебя начнут сзади спавниться новые. Это сейчас мегатариком я еще довольно-таки быстро разбираю. Я здесь обычно вроде бы саблезубами разбираю все это дело. И вот, когда начинаю ими разбирать... Ой, ёб твою же за ногу. Вот, когда я начинаю ими вот, разбирать, то... Так... Красота. То... Это немножечко подольше идет. Так, сколько ты будешь? А, также полчаса, отлично. Хитин. Давай глянем, что у меня там по хитину. Добрый вечер. Ладно, считать долго. 246 тысяч. Твою мать. Я вот это должен был сделать в самом начале. Перетомить мегатерия. Залезть в эту пещеру. Я забыл про эту пещеру, просто реально без шуток я про нее забыл. Я вот это реально должен был сделать в самом начале. Тканевые. Тоже сбрасываем. Да уж. Клево. Кстати, надо спойлер-бин установить, мод, наверное. Что-то я задолбался хотел скидывать. Это что у нас? А, да, от змеек. Раскидывать предметы. Вот это урон пошел. Ну, то есть, мяско раскидывать на то, чтобы сделать тухлятинку. Крокодил? Сарказок, ты тут что тут забыл? Так, ну-ка. Да, сзади он тоже мочит. А добываешь ресурсы сзади? Ну, так, чуть-чуть добываешь. ПКМ! Норм тема! Когда тебя окружили, ты не знаешь, куда деваться. Жмешь ПКМ, и враги разлетаются просто как говно. Такс. Погоди. Это что, яйки что ли? Яйки скорпионов! Ей! Ну давай. Соберем. Ну, а что, пускай будут. Ой, какашки собрал. Какашками точно не надо. Можно, конечно, скорость передвижения качнуть, но... Но не хочу. Так, я там змейку не собрал, да? А змейка это кожа. Кожи, конечно, мне много не надо. Но и лишним мне будет. Не, половина я пещеры прошел. Вроде бы. Здесь, если я не ошибаюсь, можно спуститься вниз. Ох, мать твою. И, ох, мать твою. И выплываешь ты в этом... В пещере. Ой, не в пещере, а в этом. Ой-ой-ой-ой. В какой-то, короче, структуре. В каменной структуре выплываешь. Ну, оттуда выбраться только можно либо крюкошкой, либо этим. Давай, короче, ускоримся. Погнали! Мочи всех! Так, я просто агрю их больше. А потом можно сделать бабах! Бабах! И бабах. И всех собрал. Ну, просто так быстрее, нежели ждать. Слышь!
Слышь, тварь, это вообще-то мой был хитин. Ах ты урод, ах ты каннибал. Ах ты козлина. Вот ты тварь, конечно. Ладно, я так хитин теряю. Не сильно-то это и быстрее получается, но хитины я теряю однозначно. Ё-моё, ты посмотри, сколько там мегалоней. Интересно, они упадут в итоге вниз? Слышь, вылезли там они из пещер. Хитин мой лутает. Каннибал недоделанный. Или как это называется? Ну да, каннибал же, кто, который это жрет свой вид же. Козел, одним словом. Жрет мой хитин. Твар. Да, мне его мало. Надо еще камешка также добыть хорошо. И много. Кстати, очень удобно. Они бегут на труп. Прям стайкой. А ты, короче, потом эту стайку еще и глушишь. Тоже титанобол. Ну, в общем, здесь в основном сумки от титанобола остаются, так что это можно не заморачиваться. И, кстати, они из пещер на трупы тоже вылазят. Очень помогает. Ну-ка. О, да! О, да! Это как прям по дереву жахнуть, и это снег осыпался. Отлично, отлично, отлично. Бежим, бежим мочить всех. Мегатерик. Мегатерик апнулся. Урон. Я, кстати, себе скорость чуть-чуть увеличил на всякий случай. Ну, погнали. Мочить всех дальше. Ладно, эту я уж сам зачищу. Поднимаемся наверх. Снизу я все зачистил. О, тихо-тихо-тихо, не падай. И вот здесь что уже... Вообще, вроде бы, это пещера с артефактом. Но это не точно. Или, слушай, или вот туда вниз спуск, это к артефакту, а здесь подъем, выход в пещеру. Блин, я помню, что из этой пещеры... Вот сейчас сказал такой... Вроде бы. Вроде бы. В общем, из этой пещеры должен быть выход. И он должен быть через воду. И типа ты залазишь. Кстати, да, здесь можно еще себе повызывать анкилку, подобывать металл, подобывать кристалл, это вот по пути еще. Но эта пещера занимает столько времени. Да, не мне ли вам рассказывать? Вы посмотрите, насколько уже там долго видео идет. Да, да. Ну да. Так, поднимаемся наверх, и нас тут встречает еще большая тьма тьмуша всяких насекомоподобных, хитинообразных зверюшек, которых надо завалить. Почему? Потому что они хотят меня завалить. Ну, как бы логично. Это, инстинкт самосохранения, мать его. У них срабатывает, потому что я вообще-то пришел на их территорию. Жили себе спокойно, тужили. Лагало все из-за них. И тут хоп, я прихожу. Разгрузить этот мир немножечко от лишнего. Безумие. Ну, хорошо, хоть торпор так сильно не накидывается, что он больше половины не поднимается. Сколько я вношу урона? Бля. Это не пещера с артефактом. Точно, это та пещера, в которую я такой заглянул, думаю. Ну ладно, не буду. Это вот в прошлой серии. Не буду, типа, сюда идти. Типа, зачем? А зачем, если я собираюсь в следующей серии вот этим как раз и заниматься? И вот она, та самая пещера. Там, по идее, озеро должно быть сейчас с бобрами. А вроде бы, но не факт. Слушай, а тогда... Блин, мне теперь интересно, что там внутри.
А, это дым от вулкана. Вот, думаю, что это такое, нафиг, он красный обелиск виднеется. Так, ну мочить так всех мочить. Так, хитин мой не трожь будущий. Вылазит из всех щелей. То есть здесь при создании карты немножечко напутали с циферками. С циферками спавна. И вот, допустим, мегалозавр. Он появился позже, чем центр. В целом, если я не ошибаюсь. И вот видите, сколько их здесь спавнится? Ну, 3 штучечки, 4, 5. Ну, как бы нормально. А когда создавали карту, то добавили, допустим, не 50 пауков, а 500. К примеру. То есть, ну, нолик, допустим, лишний добавили. И вот они спавнятся. И здесь, и там. И вот у тебя FPS уже не хватает. И ты не знаешь, что делать. И лагает все. Ну, в общем, примерно так. Я это все себе представляю. А другого варианта я не вижу. Как оно могло быть по-другому? Это ты заспавнился или я тебя пропустил? Это везунчик тогда, если я тебя пропустил. Ну что, как я мог пропустить-то? А вот тут все-таки вход в подводу, он должен быть, это, туда-сюда. Ну, в смысле, он это должен быть... Поржайся. Так, вот так, яркость убрал. В какую-то он структуру должен заходить. Типа там. Ну, я хочу проверить. Так, но для начала... Бля, хамуха. Да уж, кайф, конечно, да. Не ожидал, честно, что столько будет хитина. По идее, мне сейчас хитины должно хватить до конца выживания. Ты посмотри, сколько. Вот это я понимаю кайф. 495 тысяч. И ни капли не читерно. Так, давай, погнали оттуда. Мне теперь интересно все-таки, что там находится под водой, вдали. Ну и вот, кстати, про что я говорю. То есть они уже начинают спавниться. И это нормально. То есть ты, пройдя пещеру от и до, возвращаешься назад, и ты можешь еще немножечко подзачистить. Без шуток, там на начале уже должны, по идее, появиться. То есть, если уже вот где я только что прошел, появились ортоплевры. То прикинь, что там? А, ножичок-то пускай живет. Точно-точно, я же здесь нефть лутал. Нефть, жемчуг он валяется. Да-да-да. Ой. Немножечко проплыл на мегатере, убивал всякое говно, которое могло меня убить. Ой, сейчас захлебываться начну. Ой-ой-ой. Давай. Успею. Я должен успеть. Отлично. А, сказал же. Структура какая-то. Я не дурак, я помню. Так, с этого мы как раз-таки вот туда заныриваем. Отсюда мы выныриваем. Вот на окошечко. И вот на структурка. Supreme Griffon Boss. О, помните, где он тусовал там в первых каких-то сериях? Вот здесь я, короче. В этой структурке. Где же ничего нету? Да вроде ничего. А, ну здесь это просто... Туда-сюда. Да? Да, да. Туда-сюда. Хопача. И вот здесь мы находимся. Здесь, кстати, часто застраивают вот это место. Типа, людям нравится вот здесь вот строится. Ну, возможно, нормальное место, я не знаю. Ну, вот такие пироги. Насекомые. Ну, вот тебе еще тут не хватало. Я тоже добываю хитин. Красава.
Ладно, погнали до дома. В общем, как-то так. Это дело все и происходит. О, так, красавица. Прям боевой питомец настоящий. Торпорчик рано или поздно спалет. Вот, но потихоньку, полегоньку. Самое главное, что... Так, не то. Самое главное, это что? Правильно. Очень много хитина. И... Что у нас там по количеству вышло? Где-то сюда. Вот так. Во! Почти 500 тысяч. Ну, можно так сказать, 500 тысяч. Там, если в Скоробеев завалить, там еще было бы больше. 500 тысяч хитина просто. С одной пещеры. Мегатерием. Такие вот пироги. Ну, а я что? А я на этом буду с вами, пожалуй, прощаться. В следующей серии уже пойдем. Все-таки этих светлячков позалутаем. Попритавим. Ну, а на этом уже все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Ну, конечно же, делиться моим видео со своими друзьями. На это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.